Всем привет! У микрофона Веля! Дамы и господа, прямо сейчас вы будете смотреть по-настоящему, поистине легендарный шоу-матч VSQ против, я не побоюсь этого слова, ну, легенды Standoff 2, алды Standoff 2, которые стояли чуть ли не у истоков игры Stargaze. Это Сайлес, это Верикон, который я шоколадку открываю, не ори на меня, и другие алды Standoff 2. Чуваки, я очень надеюсь на вашу поддержку лайком, подписка на канал, колокольчик, плюс комментарий и телеграм, подпишись, ссылочка в описании. Ну и, конечно же, я читаю ваши комментарии, вы пишете, типа, Веля, вы проигрываете, потому что, как бы, ты не на дискорде, ты не с пацанами, ты не даешь инфу и ты не получаешь инфу. Окей, в этом шоу-матче я буду с пацанами на дискорде. И давай-ка узнаем, как наша игра изменится и сможем ли мы сейчас выиграть алдов из команды Stargaze. Будет очень интересно. Всем приятного просмотра. В такую холодную погоду самое время согреться и порубиться в War Thunder. Бесплатный онлайн-экшен, который согреет тебя жаркими битвами в небе и на земле. Совсем недавно в игре появились самолеты 4-го поколения. МиГ-29, F-16А и Торнадо. Присоединяйся к захватывающим битвам на новых территориях. Абсолютно новая локация «Золотой карьер» и переработанная зимняя карта «Польша». В этом обновлении был доработан визуал. Теперь при взрыве танка отлетают различные его детали. А при детонации боекомплекта от него остаются только башня и воронка. Ну а самолет в буквальном смысле можно изрешетить. Также всю технику War Thunder можно прокачивать. Открывать дополнительные гаджеты, броню и особые спецсредства. Прокачивая свой экипаж, повышая тем самым их характеристики. Кроме обычных игр, вы также можете попробовать пользовательские режимы с гонками, футболом и другими настройками. Скачивай War Thunder по ссылке в описании абсолютно бесплатно. И получай 500 000 серебра, неделю аренды легендарных немецких танков, 3 премиумные машины в подарок навсегда, бустеры, неделю премиум аккаунта и многое другое. Доступно даже для тех, кто не заходил в игру полгода и больше. Спеши забрать все подарки, так как сезон немецких подарков скоро закончится. Ссылки в описании. Так, ну что, фул давайте, фул, ребятишечки. Мы должны сделать их, потому что мы кто? VSQ. Мы VSQ, ура! Мы победители по жизни! Давайте, чуваки, полетели. Приветствую, я Блоин, Сайлес и... Так, мы куда летим? Я бы пошел под А. Идем под А, хорошо. Да, я бух ешку, наверное, прописал. Да. Кому-то попал, походу, в голову, не знаю. Ваня, я вылетел бошку. Я дал пошел. Давайте лонг прям вылетим, да, прям. Все, пошел. Мясо. Найс, минус Алис. Они заходят на все. Я даже не успел ничего сделать. Ой-ой-ой. Еще один. А, Лондон. Минус 63, найс. Ставлю. Найс. Симпал, брат, твой выход. Найс, справа. НТМ. Найс. Let's go. Первый раунд, все. Начинаем. Как дефать, на какую кнопку? Ну блин, мы проиграли всю, блин, сразу. Выше нос. Опять будут писать VSQ, опять проиграли, блин. Ну ладно, выше нос. Первый, блин, комом. Верикон, я знаю. Тоннел. Погнали. По хэшечке скидываем, брат? Да. Как у них пинг? Всем кто прикошель просто. Короче. Давайте контакт. О, хаешка там летела. Тоннель двое. Ребята, класс. Как технологически. Как дела? Офигительно. Так, все, мужики, собрались, давайте, собрались. Я даже никого не увидел за раунд, что за фигня. Дайте оружие. Они, получается, играют один тоннель. Они агрессивно очень играют. Да, у них один играет сайт, один играет миду и один играет лестницу. Так, куда выходим? Не торопись просто. Чек. На коробочку. А, окей. Там щит на шарте. Блин, сейчас я разыграю все и я начну тащить 100%. Мид лево возьму. Префую. Ставь пачку. Ставлю пачку. Хорош, подожди меня. Флэш дю сайт. Еще миду. Спошка. Все пикай будет. Правая лестница. Забрал, найс. Ну вот это другое уже, ребята, красавчики. Все, дропщик подбираем. Умница. Молодцы. Ладно, раунду дали, чтобы не плакали. Факт.
Аккуратно в тоннеле. Он, вернее, парапет. Парапет спрыгнул вроде. Забрал. Блин, что вся движуха без меня? Я не могу угадать план, куда они идут. Я это дым дал. Посейдонский, минус 69. Убил. Калёный. Найс. Давай под Б. На рычуг себя. Еще бы я попадал. Винально. Я понял. Он с мухой. Ага. Уй-уй-уй. Лондон, понял. Тут? Тёмка. Левее. Да. По второму мне ТФ. Есть. Всё, тёмка. У меня есть флешка. Давай, давай флешка. У меня есть флешка. Я на флешку. Я бать на себя буду, я один ТП. Сейту. Найс! Молодцы, молодцы. Ладно, сейчас разогревочная. Да, я еще не начал играть, блин, посмотри на мой счет. Все, мне стыдно. Смог дали. О! Вы подсадкой, красавчики? Да. Не, вот это киберспортивные тактики, мужики, потому что это VSQ. Может кто-нибудь на контакта выйти? Я могу выйти. Вконтакте? Стой, могу флеш дать. Нет, вот стой. Могу из контакта выйти, да. Двое, один мит. Одного забрал. Еще. Понял. По-моему, пусто. Да, у тебя. Это Савика, наверное, тип. Юркер. Да нет, я не знаю. Нет! Соедините, кто есть. Соедините, Авик, если что. Шишка. Сейвим? Да, сейвим. Ну они сейвят, понятно. Я, если что, винтажа потише сделал, потому что там это, у него в комнате кто-то. Мидл. Хорош. Молодцы. Так. Молодцы, молодцы, ребята. Дайте, а то я без дропа каждый раунд. Илья, тебе калаш кину. Илья. Давай. Мне дали. А может быть ты хочешь вот этот вот скин классный? Нет, спасибо. Пожалуйста. Я хочу. Так, полетели. Так, снова заходим на А, да? Можешь и пушить нас спокойно. На быстрее, а, на быстрее. Я 30 уже. Ну так займите вместе, чё вы. Хорош. Левочка уже. Дал хи ты можешь. Я его не вижу. Пачку, ребят. Пачка рядом. Я в тоннеле, там Лондон, забрал его. Хорош. Найс! Хочу на киберспортивные всякие мероприятия играть, прикольно, блин. Это VSQ Man, серьезно, дядь. Джентльмен, подвинься. Так, хорошо, давайте, 2-4. Можно вообще занимание мида сделать, не давать им шанса вообще какие-то киллы делать. Смог на будку, смог на мидл. Все, я беру самое сильное оружие. Парапет один. Он играет прям в парапете. Двое парапет. Понял. Забрал Посейдонского. Еще парапет. МБ контакт там А был? Может контакт Б или что? Следующий, давайте зайдем под А. Давайте за под А, под А, под А, под А, под А. Их, кстати, еще не рабочие. Они на А будут заходить. Видел. Просто видел, видишь? Тихо. Ну я с пачкой, я одну хп с пачкой иду, если что. Байси семьи. Ну, Б, по-моему, чисто, ребят. Забрал. Понял. Я чуть. Пойдем, поехал, давай. Я чуть. Ой, понял. Абика. Абик лонг хп, Абик лонг хп лонг. Ребята. Еще. Мидо вроде. Да. Авик пикнет. Слева будет. Спина. На миду. Да. Ну, мне кажется, это легчайшая какая-то, мужики, слушать. Надо всегда, короче, играть на ДСе, понимаешь? Мы без ДС играли, серьезно? Не-не-не, там, да? Там ребята были в Дискорде, а я, типа, как бы это, ну, как бы такой, йоу, всем привет, у микрофона Веля, там все дела, понимаешь? Поэтому, потому что нужно брать реванш тогда у RGG. Ну, мы заняли. Посидим пока что. Но смоков нету. Мне почему-то кажется лонг. У меня справа 2 или 3 топают в миду. Хорошо, посиди так, я буду тебя хелповать. Или дай мне. Пота закрытый. Ну дайте мне лучше явик, я ещё выйду лапандам. Двое рядом. Двое лонг. Отошел там.
А, он вплотную. Забрал. ОП. Двое лампочек. Веля, 82, Веля, лоу хп. Куда, давай. Ну, можно, в принципе, на заходить, на заходить можно. Так, на лестнице, на лестнице. Хорошо. Я дал канусма. А, понял. Найс, nice, хорош, 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 хорош. Давайте это типа кричалка. VSQ. VSQ. Как это типа у... Мы не богаты, но кайфуем как депутаты. У Нави же какая-то кричалка же была. У Нави же кричалка какая-то была. Рожденный ждать? Рожденный побеждать. А, ну да, слушай, да. Кто мы? Рожденный побеждать. Ждать. Рожденный ждать. Не-не, там побеждать. Не ждать. Так, я бабу несу на, если что. Дайте я подав сану. Давай, 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 так это подав. Нормально, я один теперь в итоге подал. Не, хорошо, я с тобой. Давай. У меня дробовик просто. Угу. Забрал варикона. Хорош. Под мидом. Давайте контактом А выходить. А, по-моему, пусто. Давайте фейкану Б. Заберите бомбу только. Миду 2 или 3 топали. Да, уже зашли. Куда будут заходить? Я флеш сайт даю. Дал флеш сайт, отвернись. А че в сайту стоит? Лучший! Один сайту, один сайту, а ты в дыму. Так, Поседонский КТ, на КТ. На ноге бежит. Давай. Хорош. Угу. Лучший. Все, Сали соло остался. Я попробовал один должен быть. Я в какой-то пиксель споткнулся, вот я отвечаю это. Это не я, это игра. Ну слушай, вообще как-то все по маслу идет, чуваки. Я кушать захотел. Ну че, могу тогда поздравить нас с первой победой уже как бы заочно, нет? А, ну да? Спасибо. Ну ты как будет, типа, там 14-16 или че, какой счет был? Да, мужики, если что, давайте таким же составом там против RGG. Давай. По-моему, подав флешки на лонге где-то. Да-да-да, на лонге, слышу. Мне кажется, сейчас флешки. 50 хит ему дал, короче. А, я 4 хп. Хапаните, подав. Так, выход на, да, получается? Мне как... Еще под медом. Мне хаешка под сгопа. Возьмите мне мид. Накиньте кто-нибудь. Я иду мид, иду мид, иду мид, иду мид. Я ставлю, мне пофиг. Окей, я возьму хауна. Я приехал хауна. Валик, она забрал. Два лонг, один спуск. Хорош. Можно, в принципе, просто взять халдить. Тихо. НТ. Лонг сидит. Подожди, подожди, не пикай. Симпала крадется. Еще. Лучший! Хорош. Что ты дал сейчас делать? Срывает, я не знаю, что делать. Понятненько, мясо. А, хорошо, чего тебя Люсик срывает? Сенсу. Сенсу срывает. На айпаде? Да. Бывает такое на опрошке. Я не думал себе новый айпад купить. Понятно, этот разбить? Хорош. Ну это жестко очень, блин. Я рёв. Там мог туннель пролетать. А, жулик, минус 31. Жулик, не жульничай. Жулик! Он ган взял, он ган унес. Мне кажется, они под Б могут. Поседонский, да. Ты можешь просто под право встать и нюхать стенку. У тебя моделька не будет видна, если присесть еще. Давай сойдем сайт. На степе А контактом заходит, вообще к вам не бежим. Колонны. Хорош, но! Хорош, хорош, хорош. Открыто. Чего он ждал, непонятно. Я возьму колонны. Окей. Колонны. Колонны есть. И со стройки не так, как полностью. У тебя, Ваня, у тебя тут. Блин. Но с копчиком. Но с копчиком. Давай. НТ дожимай. О, ну. Дайте убью его. Но с копчиком, почти. Блин, да что так тяжко, я не понимаю. Не, ну это слишком как-то вообще легчайца я, ребята. Они еще не знают, на что я способен.
Че у меня за счет позорный, реально? У меня тоже такой неплохой. Сенечки на миду много. Ага, ага, все, все на миду, все на миду. Вань, пацан. Хорош. Я даю. Че мы продавливаем, а? Let's go. Здесь, Лондон. Убил? Хорош. Бомба, бомба, бомба. Nice. А, апачка, да. Двое лонг, двое лонг, двое лонг. А, он тут. Уже близко. Мид убил. Это один. Соло против. Ой! Жестко. Найс! Да ладно! Найс, он мне в прыжке. Чел! Хорош, хорош, хорош. Так, я так понимаю, смены сторон не будет, да, получается, уже? Вот эта флешка отскочила, конечно. О, сразу смоки. Минус варикон. Почему ты мид пикаешь, Вадя? Да, двое он были. Будьте осторожны, кто мидом. Я бачимся. Убил. Лонг. Убил лонг. Двое бэ, двое бэ, двое бэ, лосы. Илья, если что, я без звуков. Илья, если ты сольёшься, ты... Лучший, хорош! И в погребе, в погребе. Он ол. На 2 тыки вроде. Что-то срывает! Без головы. А, за КТ убежал, говорит. Да капец, я не знаю! Я, короче, присоединил к этой. У меня что-то... срывает. Я думаю, нужно новый этот провод купить. Дядь, главное, чтобы очко не срывало. Я фу. Блин! Забираю авик, показываю. Так, винтаж тоже сейчас отлетает. Ну, ладно, дядь. Я тебе даю шанс. Ну да, мне же нужно тоже показать, что я вообще тоже красавчик. Опять меня прочекали. А как ты стрейфишь? Сами прочекали. Стрейф у тебя, не знаю, как будто ты на широком пикаешь. Так, ну тут никого нет. Вань, тут в упоре, скорее всего, будет. Упали? Лонг есть. Ай-яй-яй, я full blind. Прицель как я скидал. Упали, он голову нагнул. Хорош! Нет! Хорош. Сидит, сидит, все еще в дыму. Двое еще играли вроде. Найс. Найс. Я ласт, да? Да. Тебя пушит спину. Ну, один раунд-то можно им отдать, в принципе, я так подумал. Но спасибо большое за авик, больше мне его не давайте. Нет, ну честно, типа, они прикольные, ну, нормально играют, типа, мне сейчас Люсик вообще красиво. Ой, ты чё, чё? Они давайте фастом, мы летим на яйцек вылетаем. Ага, ага, классно. Классно вылетели. Лучший, Верикон. Ребята! Красавчик Верикон, молодец. Прямо. Ой-ой-ой. У меня ещё у меня два. И релоуд! Че пугаешь? О, баба, ну что? Офигеть, что у тебя сорвало, дядь! Офигеть! Это вообще ненормальная тема. Давай. Еще. Нет, я не убью. Окей, не законтролился. Не подзатыльник, да. Я так не могу, так нечестно. А, еще nice, один. Найс! Соло, солист! Да, давай себе камбэк сделаем, оформим по-быренькому. Оп, скинчик подоб... А, понял. Они бейдут. Они бейдут. Фулл бэ. Нет, двое пока что. Один мидл. Готовьте флешку в сайт, я не знаю, там из Еги выходить вместе или из туннеля. Я даю флешки. Раз. Никого у меня нет. Я отхожу. Они фейканули, они это фейк. Это фейк, мэйби. Твою мать, только я одного убил, Саша. Вот тут, вот тут. Задаем, 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 задаем. На холодном. Давай. Блин, патронов нету, патронов нету. А, все, я умер. На холоде один. Да, кота один. Во, сейчас плавно, кстати, нормально. Забрал Варикона. Спасибо. Забрал машину. Забрал Варикона. Найс! Лучшее. Хорошо, мужики. КТ 1 хп, погреб 2. Блин, как? Что он дает? Жестко. Братва, да вы же чекали. Ну все, парни, может реально киберспорт? Че вы думаете? Миноры, мажоры. Лан-финалы. Алло, Сейнс, подвинулись. Алло, Сейнс, подвинулись. Я даже в КД 1 отыгрываю, прикиньте. Ёпарасота. Чё? Я кинул, ближе подойдите. Дал флеш. Как? Мне просто под ноги граната прилетает.
Я вошел. Слыша было. Ну нет. Понял. Да, это да, первый. Да, да. Второго забрал. Еще, еще. Он минус 50, убили. Найс. Больше никого нет, сайту. Плен, дайте, плен, дайте. А, уже появился. Ой, лучшие, братва. Пачка. Хорош. Очень коцанный. Анташечка. Тихо. Двое сайт заходят. Ой-ой-ой-ой-ой! В упоре справа на лестницах будет один. Пачка у вас. Ваня, я накину флеш. Найс! Лучше. Да, где-то Ваня, у меня М16, да. Берите, берите. Еще одна М16, жутко угодно флеш. Да, дом. Угу. А пачка дом. Пода никого не вижу. Вадим, Вадим, давай. Забрал, забрал Лондона. А, он занимает. Он занимает. Почему он так на стримах не играет? Играет, играет. Я накинул смок. Пиксель сиди. Там двое их. Я дал смок. Лонг прохожу. Парапет! Хорошо. Рабочие. Unlucky, мужики. Забрали пачку, забрали пачку. Я не попал. Блин. Минус 84. Справа видел. Я не понимаю, как? Что это такое? Я просто через стену регает. НТ, бывает. Мне так на лицо нассали. Давайте сделаем эко. Эко делаем. Давайте эко. Да, 2К делаем. Давайте до 2К. На шарту. На шарту должен пикать. Отошел вроде. Угу. Смолк кинули сюда. Пачка снайпер. На 5 хп. Там 2 снайпера было. Ой, на миду ты пыхается, на лесенках. Забрал Салиса. Парапет. Понял. Да блин, жулик. 11. Симпала. Отстань. Симпала, найс. Найс зажима. Симпала. Симпала жмут. Отстань. Хорош. Симпала еще. Симпала сзади. Не дизмораль, Симпалу. Справа, слева. Ну, справа, справа. А второй где? Найс. Слева у меня, по-моему. Да, да, да. Можешь позвонить Симпале? Да ё-моё, да кому ты звонишь? Время игры. Понятно, Люсика кикаем. Не-не-не. Всё, понятно, Люсика кикаем, всё. Не-н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 е. За кибербуллинг мы его кикаем. Всё. Нам всё нужно 3 раунда дотянуть, чуваки, давайте. Чё-то давно ты не играл, братиш. То же самое, кстати. Шука летит. Там смог взял, я смотрю. Мог бы справа в углу багать голову. Накинул ему тоже. Хорошо. Выбили, говорю. Назвал пути. Ого. Как же? Двое, трое он. Ай, пачком. Лучший. Еще двое. Взял пачку. И мейби второй. Потеет. Ай, лучший! Что даешь, дядь? Это виски, мэн. Плохо. Можете будет сдать. Короче, давайте просто от пика играть. Каждый раз пикает парапет тип на поздних таймингах. Просто убивать его спокойно. Мид пикает Вадя. Снайпер пачка. Два снайпер. Он уходит пода. Ну, у вас Ти вроде запушил люк. Люк Скайвокер. Убил. Найс. Забрал жулика. У вас тоже мидл. Снайпер, ну... Найс, Люсик! Месседж ту сайлес. Хорош, дядь. Неплохо. Ну и все, и это будет ластовый раунд, чувачки. Что-то мне прям супер кажется. Сыжаю. О! А, жулик, красавчик. В смысле? Кто красавчик? Ты прям... Смотри, как нужно делать. На миду сидит. Понял. Во, как хотел показать, сори. Найс. Лонг по-любому сейчас пойдет. Ой, кликает меня. Смотри. Я на этом моменте их так ловлю, пипяу. Будка пачка. Смотри, видел, как я появился? Там еще чел прыгает сверху. Да, я видел. Я
А, понял, Лондон. О, жестко. Но это я Лондон, что хотели? Ну, он сейчас справа близко у тебя. Не получилось. Снайпер есть. Я убегаю. Ну, это наказывает но надо. Давайте на нож его. Давайте. И Симбала такой, что? Кикаем Симбала! Так, чуваки, все, короче, это однозначно 50 тысяч лайков. И мы идем брать реванш у RGG, у Saints, у Пеписов и у кого еще? У Horizon. Я не знаю, возьмем реванш. Спасибо большое за просмотр. Микрофон был Велес, но сегодня был этот Люсик, Симпала, Винтаж и кто еще? А, и все, и я. Подписка на канал, колокольчик, лайк. Все это делаем. Всем удачи и пока, ребята. Пока.